Во Владимирском регионе выросло число дел о дистанционных мошенничествах. Только в областном центре с начала года зарегистрировали более 70 фактов. Владимирцы перечислили неизвестным почти 9 миллионов рублей. В полицию каждый день поступает до 5 обращений. Жители признаются, что переводили деньги за товары в интернете и называли реквизиты банковских карт. Чтобы избежать новых случаев обмана, полицейские вышли к центральному рынку. Они решили лично объяснить людям, как не стать жертвой лжеработников банка. Если вам позвонят по телефону, они обычно это делают с официальных номеров, якобы, представляют сотрудниками банка. В общем, служба безопасности. Служба безопасности. В первую очередь, никогда никакие данные не называйте. Ни в коем случае. На контакт не идите, потому что все вопросы, которые касаются именно... с банком, все решается в офисе. Сотрудники полиции с каждым прохожим и покупателем разбирали распространенные схемы мошенничества. Пенсионер Геннадий Агафонов рассказал, что чуть не попался на одну из них. Мошенники позвонили ему и потребовали отдать 50 тысяч рублей, которые якобы Геннадия попросили передать жильцы соседней квартиры. Я говорю, а кто отдал-то? Какая квартира-то? Назвали. Я говорю, кто там же? Да не живет. И вот звонь. Ходили в милицию, заявление писали. Правда, после этого перестало. Участковый говорит, их тяжело вычислить. Мы так и не знаем, нашли или не нашли. Если 3 года назад на уловки мошенников попадались пенсионеры, то сейчас удается обмануть и молодежь. Особенно доверчивы 18-летние жители, которые только нашли работу и получили карту. Их убеждают с целью пресечь попытку оформления кредита, либо пресечь попытку несанкционированного списания, убеждают перевести собственные накопления на счета мошенников. Если вам поступил подобный звонок, то предлагаю незамедлительно прекратить общение. Если есть подозрения по своим счетам, необходимо обратиться на горячую телефонную линию, которая указана на банковской карте. В интернете стали появляться сайты-двойники, где можно выбрать услугу за низкую цену, но с внесением предоплаты. Жители, которые хотят отправиться в путешествие и ищут выгодный тур, как раз попадают на такие дублеры. Только после оплаты турпродукта они понимают, что зашли на неофициальный сайт. Впереди нас ждет сезон отпусков. Поэтому мы рекомендуем всем бронировать и покупать туристические путевки только у проверенных туроператоров на официальных сайтах. Дистанционных мошенников вычислить очень сложно, ведь они могут находиться в любых регионах и переводить деньги своих жертв на другие счета по цепочке. В этом году сотрудникам уголовного розыска уже удалось раскрыть несколько преступников, но это все равно меньше количества заявлений от пострадавших. Поэтому профилактическая работа с жителями будет продолжена. Валерия Пронина, Артем Михайлюта, 6 канал.